Как переживаем? Вообще никак. Я водитель-дальнобойщик. В поездке все время. Дома редко бываю. Как обычно, с тазиками, кружечками там и так далее. У нас водонагреватель китайского производства, 60 литров. Мы его подключаем и пользуемся. Все в порядке, абсолютно. Погрели, как обычно, в тазиках. Это просто к питьям воду, да по необходимости и все. Нормально переживаем. Я кипячу. Ну, пережить, конечно, это не так уж сложно, но вместе с тем мне очень приятно. Конечно, комфортнее, когда все коммуникации доступны, тем более летом, но философски относимся к этому. Очень плохо. У меня ребенок маленький, это очень тяжело. Ребенка надо купать каждый вечер. Тяжело переживаю. Греем воду. А в чем? Честно сказать, берем большую кастрюлю и туда большой-большой кипятильник. Это очень много света на это уходит, но что делать? Дома есть бойлер, и поэтому... В кочерках варю, на костре. Греем, приходится с утра вечером греть воду. Уже пережили. И как? Это уже состоялось вполне нормально, без проблем. Естественно, уже привыкли, готовимся. Ничего страшного, если что, можно и съездить к родственникам помыться.